Продолжаю потрошить посылку от Кирилла Иванова. Сразу же третий стержень на 170. Вот троечка. 170 на 8,8, значит. Все в тех же пацах. Пока идет, пока вроде мышцы не закисляются. Следующий сразу. Примерно третья, четырехсотка подряд в одних и тех же пацах. Фу. Не знаю, конечно, что сейчас уже будет. Потому что силы они тоже как бы включаются когда-то. Кончаются. Пацы разрываются. Ну, посмотрим. Фу. Ну, уже не такой активный тюнг. Ну, он есть. Я пацан, конечно, больше перематываю. Хочу посмотреть, насколько тюнканул на 100, сколько, 70. Вот. Я думал на 10, а тут даже целых 20 квадратов. 20 точно. Она серьезно вложится. У меня еще вообще реверс сегодня. Очень хотел тебе попробовать твои 250. Ну что-то неожиданно пошло в хэнд. Я не знаю.
если не даст, то жалоба была точно. Где-то 90 градусов. Ну, это долго будет видео. Надо на свежие силы, наверное, тоже набраться. Но самое интересное, три прутка. Уже все вот такое, он решил рвутся. Это сам виноват, конечно. Уже такой длинный отдых пошел на пользу. Жара капец стоит. Невозможно ничего делать. Уже на разминке из тебя течет, блин. Кого-то из души поили. Ну все, наверное, здесь. Нет, блин, нет. Трёшечка. Трёшечка. Долговать им что-то. И под номером трёшечка. И по стержням за сегодня трешечка. Трешечка. Такая уже. Ничего не нравится. Хотя бы до 6 бы влезли и оставить эту глупую затею. Oh,
6-1. Может, ничего не даст, конечно. Наверное, все. Наверное, лучше. Намотал много, потому что все растянуто. Тройка.
Да. Почти 6. Да, в общем, так как-то. Фух.